Всем привет! Давайте сегодня поговорим о, наверное, самом легендарном и популярном минивэне Volkswagen Transporter T4. Я постараюсь коротко и ясно рассказать вам о главных плюсах и минусах этого автомобиля. И давайте все-таки разберемся, почему эта машина такая популярная и любима многими. Поехали! Volkswagen Transporter T4 выпускался с 1990 года по 2003 год. Да, на сегодняшний день T4 уже немало лет, однако эта надежность проверенная годами. Стоит ли покупать такой автомобиль? Давайте рассмотрим основные плюсы и минусы. Итак, начнем с плюсов. Автомобиль достаточно маневренный, несмотря на свои габариты. Расход топлива в пределах разумного. Большой вместительный салон. Хорошо держит дорогу. Кузов отличного качества, не ржавеет. Высокий клиренс, недорогой в обслуживании. Хороший обзор для водителя, надежная подвеска, впереди торсионы. Но теперь про недостатки. Выходят из строя сайлентблоки рычагов. Передняя оптика плохая. Плохая шумоизоляция. Выходит из строя вакуумный усилитель. Двигатель 1.9 слабый для обгонов и прочего. Подушки двигателя слабые. На груз-версиях жесткая подвеска, тросики ручника – расходный материал. Обслуживать двигатель неудобно, так как низко расположен. Если говорить про моторы, то самыми надежными считаются 2.5 пятицилиндровый бензиновый атмосферник, но самый лучший – это дизельный 2.5 TDI с непосредственным впрыском. Ну а на этом все. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.